honor you. Прекрасный Иешуа, мы хотим почтить тебя. We want to give you glory and honor. И мы воздать тебе хотим славу и честь. Когда Агнец был явлен на небесах, все, у кого было какое-то почтение, они падали перед Агнцем. Падают перед Агнцем. And they threw every symbol that they had that spoke of their own honor. И они бросают к его ногам всякий символ, который говорит об их чести. They threw it down and said, Lamb. Они бросают это и говорят: Агнец. Lamb of God. Агнец Божий. You are the only one worthy. Ты един достоин. Of glory. Всей славы. Of honor. Всей чести. Of power. Всей силы. Of might. Всей крепости. Всей власти. To you belongs majesty, both now and forevermore. Тебе царство принадлежит отныне и вовеки. Can we just lift our hands to the Lamb? Можем поднять свои руки. Can we declare our love for Him? Ему. Our willingness to follow the Lamb wherever He wants us to go. Готовность следовать за Ним, куда бы Он нас ни повел. To say whatever He wants us to say. Говорить все, что Он хочет, чтобы мы говорили. To do whatever He wants us to do. Делать то, что Он хочет, чтобы мы делали. Be it here, be it anywhere. Будь это место или любое другое место. To bring the atmosphere of heaven. Чтобы нести атмосферу небес. To release the kingdom of God here on this earth. Чтобы высвобождать царство небес на этой земле. Begin to open your lips. Начните открывать. Святе. Открывайте свои уста. Святе. Святый. Святый Господь. Слава, слава, слава тебе. Шарадене. Мананама шарадана мананадая. Мирида. Просто пойте эту мелодию сейчас. Пойте мелодию небес. When we started this service, когда мы начали это служение, the song that we opened with, the song that we began with, та песня, с которой мы начали,
hands. We just want to sit at your feet. Что мы хотим просто сидеть у тебя на коленях. We just want to lean back against you and breathe and feel your heartbeat. Мы хотим сидеть возле тебя и слышать твое сердцебиение. So why don't we just do that now? Давайте просто делать это сейчас. Why don't we just show to wonderful Jesus? Давайте сейчас покажем прекрасному Иешуа. That he is worthy of all of our affection. Что он достоин всего, что мы имеем в себе. We have no other agenda but just to be with him and celebrate his goodness together. У нас больше нет никаких забот, как только быть с ним сейчас в его присутствии. Thank you, God. Спасибо тебе, Господь. You just lift your voices again to him. Возвысьте сейчас свои голоса снова. Господь, я люблю тебя. Я люблю тебя, Господь. Святый. Святый, Господь. Святый. Ora
Ты святой Господь, святой Отец Небесный. Слава Тебе, Иисус, слава Тебе, только Тебе вся слава принадлежит, Господь. Мы прославляем Твое величественное имя, Господь, Господь, только Ты достоин всей славы. О, Господь, Господь, да, Господь, наполни славой этот зал, Господь, аллилуйя! Аллилуйя, Господь, Господь, слава Тебе, Господь, Господь, Господь. О, Господь, Ты велик, Ты велик, Ты святой. Lord, we thank You for raising up a new generation of worshipers. Господь, спасибо за то, что Ты поднимаешь новое поколение поклонников. We pray right now for. Молимся прямо сейчас, Господь. Святе славу. За Святослава. That you will mark him with fire now. Что Ты помажешь его своим огнем, Господь. I pray, Lord, for a mantle to come on him. Отец, я молюсь, чтобы мантия Твоя зашла на него. A mantle of prophetic worship. Мантия пророческого поклонения, Господь. A mantle of prophetic worship. Мантия пророческого поклонения, Боже. Let him hear the sound of heaven. Чтобы он слышал звук небес. Let him release the sound of heaven. И чтобы он высвобождал этот звук небес. Let him release the song of heaven, God. Чтобы он высвобождал пение небес. I want a Roman's wife. Roman's wife. Романа жена, можно? Наталья. Thank you, God. She's coming. Спасибо тебе, Боже. Thank you, God. Спасибо тебе, Боже. Let's go to the keyboard. Святе. The other Roman's wife. Дашу. Дашу. Позовите Дашу. Where's Dasha at? Thank you, God. Lord, we worship you. Господь, мы поклоняемся тебе. We worship you. It's okay. Мы поклоняемся тебе, Господь. Turn our face back towards heaven right now. Turn our face towards heaven again. Поднимите свои лица к небесам сейчас. Thank you for glory encounters, Lord. Спасибо тебе, Боже, за славные встречи с тобой. Thank you for glory encounters, Father. Спасибо за славные встречи с тобой. We are transformed. Мы изменяемся. From glory to glory. От славы в славу. Just go to the keyboard now. Подойди. Just go over to the keyboard and play. Just keep receiving right now. Продолжайте принимать сейчас. The young woman in the green. Женщина. Just notice, have her lift her hands right подними, where she подними is. Руку. Аля. Just lift both of them high. Две руки подними. Y'all just receive right now. Принимай сейчас.
Just the way you were receiving last night. Как ты принимала прошлой ночью. Just receive fresh baptism right now. Принимай сейчас это погружение. These days are a day of transformation. Это дни изменения. You will never be the same after this week. Ты больше не будешь такой, как прежде в этой неделе. Thank you, God. Спасибо тебе, Боже. Thank you, Father. Спасибо тебе, Отец. For you are a chosen generation. Ты избранное поколение. You are a royal priesthood. Ты царственное священство. You are God's own special people. Ты народ Божий избранный, особый. That you might show forth the praises of Him who called you out of darkness. И ты будешь показывать и хвалить Его, потому что Он вывел тебя из тьмы. Kingdom of light. И ввел тебя в прекрасное царство света. Daughter, my hand is upon your life. Дочь моя, моя рука на твоей жизни. To release my light. Чтобы высвобождать мой свет. To call them. Чтобы призывать их. To show forth my praise. Чтобы показывать хвалу мне. I give to you an unashamed love. Я даю тебе любовь без стыда. I give to you an unashamed heart. И сердце без стыда. And as you sing to me. И как ты пела мне. As you come before me. Как ты приходишь ко мне. I come near to you. Я также прихожу к тебе. And when I come near to you. И когда я близко прихожу к тебе. You become a carrier of me. И ты становишься той, которая несет меня. I give to you. Я даю тебе. My presence. Мое присутствие. I distinguish you. With my presence. И я выделяю тебя своим присутствием. Release my presence. Моим явленным присутствием высвобождай мое присутствие и мою славу на земле. Потому что моя рука на тебе. Thank you, Lord. Спасибо тебе, Господь. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, God. Can we give Him praise right now? Давайте прославим Его. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Слава Богу. You want to take your seats. Присядьте. So appreciate the words that have already been shared today. Я просто как подытожу те слова, которые уже говорили сегодня. Love for the Torah, love for the Word, the unity that Torah brings to our lives. Слова о том, чтобы о любви к Слову Божьему, о том, какое оно приносит единство в нашей жизни. Great peace have those that love thy law, and nothing shall offend them. И великий мир у тех, кто любит закон Божий, и ничто не повредит им. When you love the word of the Lord, когда вы любите Слово Божие, you can walk with no offense in your life. Вы можете ходить без обид в вашей жизни. Your word have I hid in my heart, your law, your word. Have I hid in my heart that I might not sin against you? Я сохранил в сердце своём слово твоё, чтобы не грешить мне. If we are in his law, meditating day and night. Если мы пребываем в его законе, если мы размышляем над ним день и ночь. Whatever we do will prosper. Что бы мы ни делали, во всём мы будем процветать. And then Pastor Rick's word about just the unity and coming in to the place where we literally have to fight for
things within. И также пастор Рик говорил о том, что мы приходим в такое состояние, когда мы уже внутри себя должны бороться за свое единство. And the moment that he spoke that out, и когда он сказал это, it was confirmation for me. Для меня это было подтверждение of what I should share this afternoon. О том, что, чем мне поделиться с вами сегодня. This is the joy of team ministry. И это радость совместного служения в команде. And when he was speaking into the arena of humility, that was his first point. He said, before any of this can happen, there's got to be humility. И было также слово о том, что прежде чем что-либо произойдет, должно быть смирение. Исайя 57. For thus says the high and lofty one, the high and holy one. Так говорит святой и превознесенный, святой Господь. Whose name is holy? Чье имя свято? Who inhabits eternity? Который пребывает в вечности. I dwell with him. Он пребывает. Who is of a broken and contrite spirit? Он пребывает с теми, чей дух сокрушен. To revive the spirit of the humble. Чтобы поднять и укрепить дух смиренный. Чтобы укрепить дух тех, кто сокрушен сердцем. И когда я сказал это, когда я говорю сейчас это, ministering grace went through this entire building. Ministering grace just went through this building. И просто благодать, которая служит нам сейчас, прошла по всему этому залу. Right, просто принимайте это сейчас. Обещание о том, что мы будем укреплены, о том, что мы будем раскрыты. И Господь вдыхает в нас свое дыхание. И это приходит через смирение. And the fear of the Lord. Через смирение и страх Божий. Our riches. Honor. Приходят наши богатства, наше почтение. And well-being. И наше добро. Yeshua said himself. Ишуа сказал. That we could come and learn from him. Чтобы мы пришли и научились от него. Because he was meek. Потому что он был смирен. And lowly of heart. И сокрушен сердцем. And when we come in that manner, и когда мы становимся такими же, как Он, the yoke of performance is taken off of us. Вот это вот бремя показухи, оно разрушается. The yoke of envy and strife and vain glory. Вот это вот бремя пустой славы, оно разрушается. Оно изымается из наших жизней. И тогда мы находим действительно покой нашим душам. Мы входим в истинный шаббат, где покой находят наши души. Much of ministry. И большая часть служения is done out of strife. Делается просто из своих собственных желаний. So much of ministry is done through envy. И очень много служения делается из-за бунта и из зависти. И Господь хочет освободить нас от этого. Он хочет очистить нас от этого. Мы те, кто мы есть. По Его благодати. Он сделал нас, каждого, индивидуально и уникально. There's a unique aspect
И есть уникальный отпечаток на жизни каждого из нас. И это освобождает нас. Когда мы становимся теми, кем Он нас создал. И определенное время назад я приехал в город, где я был пастором. In all those years of prayer and fasting and working and laboring in that region, planting churches. И за все те годы постов, молитв, насаждения церквей в том регионе. Never had it happened like we had it when I returned. Когда мы вернулись, ничего такого больше не происходило уже. After several years of not being there. Когда мы вот несколько лет там отсутствовали. We had more people than we had ever gathered. К нам приходило намного больше людей, чем когда мы служили вот там. И люди посылали целые автобусы для того, чтобы они прибыли к нам на служение. У нас совершались чудеса. И невероятные вещи происходили. И люди говорили в своих группах, что разве это не чудесно, не удивительно? Джефф приехал, и все это происходит. И была как бы вот такая зависть вот в этих группах. I didn't know it, but I could feel in the spirit. Я не знал этого, но чувствовал в духе. That the relationship was challenged. Что был брошен вызов отношениям. And it was months later. И спустя месяцы. I had been saying to my wife, I said, something's not right. И я сказал своей жене, что-то не так. I don't feel full freedom in the spirit with these people. Я не чувствую себя в полной свободе, в духе с этими людьми. И обычно мне жена помогает ощущать эти вещи. И я не мог просто избавиться от этого чувства. И прежде чем отправиться во Францию, за несколько дней до этого, когда я должен был отправиться во Францию в миссионерскую поездку, я позвонил пастору. И я говорю, я хочу просто определиться и сделать ясным, все ли у нас в порядке в наших отношениях. Он сказал, нет. У нас проблемы с тобой. Because when you were here, потому что когда ты был здесь, everyone was attributing the move of God to you being here. Все как бы были в движении Божьем, когда ты находился там на месте. And God had been moving in our church before. И Господь двигался в нашей церкви до того. And we felt like you were operating in pride. И когда ты приехал, мы почувствовали, что ты вот движешься в гордости. When you were ministering. Когда ты служил. И вот чему я научился. Просто слушайте и принимайте. Я сказал, ну, если вы так почувствовали, нет сомнения, что так и было. Простите меня, пожалуйста, за то, что я ходил в гордости. Но это devastated меня. Но это как опустошило меня. И я отправился во Францию с бременем. И я встречался с разными лидерами, пастырями церквей и служителями из других стран. Retreat center like this. И мы также отправились в такой ретрит-центр, похожий на этот. Near Valence, France. Near Valence. Valence. And we go there.
И мы отправились туда. And they have rooms. И там были комнаты или залы. And all the names of the rooms in French are the fruits of the Spirit. И название каждой комнаты на французском, оно обозначало какое-то из частей плода Духа. And this pastor of this large church, he runs ahead of me. И этот пастырь церкви большой, он побежал впереди меня. And he puts his suitcase in the small room. И поставил свой чемодан в маленькой комнате. And he gives me the biggest and best room at the end of the hall. А мне дал самую большую и самую хорошую комнату в конце зала. And I start arguing with him. И я начал с ним спорить. I said, I am just a little evangelist. Я сказал, я только маленький евангелист. You are the big pastor. А ты большой пастор. You take the big room. Ты иди займи большую комнату. He said, no. Он сказал, нет. I'm not moving my things. Я не сдвинусь с места. Спасибо, спасибо. You take the... I'm just a little eeny-beeny evangelist. Я сказал, спасибо, спасибо, но я такой вообще маленький евангелист. You're the big pastor. А ты большой пастор. He said, Jeff, а он сказал, Джефф, I'm not moving. Я никуда не сдвинусь. You take that room. Ты занимай эту комнату. The name on the front of his door was faithfulness. И название напротив его комнаты, на двери его комнаты было верность. Guess what the name on the door of my room was, the biggest and best room. Угадайте, какое было название на двери моей комнаты, самой большой и самой лучшей. Humility. Смирение. And the moment that I opened the door into humility. И когда я открыл дверь в смирение, и когда я потом закрыл дверь в смирении, присутствие Божье сошло на меня. Я упал на пол в смирении. Меня посетил Господь. Меня посетили небеса. И всю ночь это длилось. Всю ночь. В смирении. И когда солнце начало подниматься и светить в окна, я еще не проснулся. Мне пришло Писание, место Писания из песней Соломона. Да целует он меня лобзанием уст своих. И это как будто бы Иешуа стоял надо мной, как... и целовал меня, как француз. И я лежал так, это было поразительно. Еще кое-чем поделюсь. Это более свежее такое свидетельство. Прошлым сентябрем two revivalist sons and their wives were ministering in a prominent church in Massachusetts. В Массачусетсе служило двое людей, которые как бы несут пробуждение. We wanted to surprise them. И мы хотели удивить их. We went, my wife and I. Мы хотели сделать им сюрприз, мы с женой поехали туда. And the pastor of this church is a prominent and kindred to some of the most famous leaders in the body of Christ right now. И пастор той церкви, он тесно связан с одним из самых крупных лидеров сейчас в теле Мессии. And when they I come in. И когда я вошел, he puts me in the most prominent place in his church. Он посадил меня на самое почетное место в церкви. And I was not comfortable there. И мне было абсолютно некомфортно там. So I just went down on my face. И я просто лег на лицо свое. And I did what I did moments ago. I just began to declare to the Lamb of God that
Я начал говорить то же, что начал говорить во время вот молитвы недавно, что Он Агнец Божий, Он достоин. И когда я лежал на своем лице, Семен, подойди, пожалуйста. Stand over here. We did it Sunday together. Мы в воскресенье вместе провели. I looked over. We were at the front. I was at the front worshiping in Oleg's congregation Sunday. И я был на поклонении в Олега общине. The presence of God was so strong. I went down on my knees. И присутствие Божье было такое сильное, что я опустился на колени. And I looked over and I saw a man bowing also. И я обернулся и увидел человека, который также опустился на колени. И я узнал моего друга. И у нас была такая славная встреча с Богом вместе. Да, еще же историю надо рассказать. Итак. I'm on my face. Я лежу на лице своем. And the pastor goes down on his face. И пастор подходит ко мне и ложится рядом на свое лицо. And all of a sudden, I feel burning fire on my lips. И вдруг я ощущаю как бы огонь на своих устах. And immediately I start thinking about Isaiah 6. Woe is me. И я сразу же, мне вспомнилось место Писания, когда Исаии коснулись уст, и он сказал, кто я, что горе мне. Я человек с нечистыми устами. И я живу среди людей с нечистыми устами. И тогда Серафим взял уголь и прикоснулся к его устам и сказал, что теперь ты очищен. И когда это произошло, и сейчас это происходит, когда я сейчас это говорю, не уходи. И сейчас это происходит. Огонь сходит на уста здесь присутствующих людей. This is one of the strongest areas of disunity is the way that we speak ill of one another. И одно из самых таких вещей, которое приносит разделение в общине, это то, что мы говорим нашими устами, это наша горечь или наше разочарование или наши, когда мы плохо говорим друг о друге. Когда мы просто унижаем друг друга нашими словами. Когда мы не почитаем друг друга, мы не почитаем Бога. И когда это со мной произошло, этот пастор не знал, что со мной происходит, он тоже лежал на своем лице. И он начал провозглашать. Ты превознесен. Ты превознесен, Господь. И вся земля полна славы Твоей. И потом я почувствовал, как я начинаю сильно потеть. So I wiped my forehead. И я начал вытирать свой лоб. But it didn't feel like sweat. Но не мог ощутить пота. It felt like oil. Это просто было такое чувство, что это елей. So I wiped my head again to prove it was sweat. Я снова вытер лоб, чтобы почувствовать, что это действительно пот. But it wasn't sweat. Но это не был пот. Это был елей. Я 4 раза вытирал свой лоб. И это был елей, который просто выступал из моего лба. И когда я осознал, что это чудо и знамение, иногда я вот цитирую из короля Якова. И я спросил, Боже, что это знамение значит? И он сразу же вложил в мое сердце место Писания. Ты помазал
голову мою елеем. What we were singing earlier about Psalm 23. You anoint my head with oil. 22-й псалом. Ты помазал меня елеем. And my cup runs over. И чаша моя переполнена. And then he spoke with thunder. И потом он как бы проговорил с громом. He said, I am releasing. Он сказал, я высвобождаю. An overflowing anointing into my body. Текущее помазание на мое тело. It is running down the head of my son Yeshua. И оно истекает с головы моего сына Иешуа. And this anointing oil. И это этот елей помазания. Will flow all the way down my body. Будет течь по всему моему телу. Psalm 133. Это 122-й псалом. How good, how pleasant it is. Как хорошо, как приятно быть братьям вместе. When brethren dwell together in unity, в единстве. It is like the precious oil, это как драгоценный елей, that comes down. Который истекает. It is like the dew of Hermon. It's like the dew of Hermon flowing down the mountains of Zion. It is there the Lord commands His blessing life forevermore. И Господь, это как Его благословение на Хермон. И Господь дает благословение в нашей жизни. It started when I got on my face. И это началось, когда я лег на свое лицо. Thank you, Lord. Спасибо тебе, Господь. For the release of overflowing anointing. За высвобождение твоего помазания здесь. Thank you for every ministry, every congregation. Спасибо за всякое служение, за всякую общину. For fresh oil flowing. За свежий елей, который изливается. Thank you, God. Спасибо тебе, Господь. Thank you, God. Спасибо тебе, Господь.